Нижние этажи новенькая, а верхние этажи старенькая. Слушай, здесь такая целиком клубника. Я хочу, только мне тоненький кусочек маленький. Началось. Только там все без ваша гости есть. Все, вот тебе север вообще. Так, это не знаю, кому все это сладко, может. Митя, поменьше, побольше. Поменьше. Еще раз, Мить. Поменьше. Поменьше? Ой, простите. Ух ты, блядь. О, блин, Вова Болот вроде взял. Угу. Слушай, ну и у него и разрез красивый, если честно так сказать. Очень красивый. Он равномерно. Уже это новая пахнет, начинка. Это просто. Да, я уже к нему зашла. Я тебе отдельно клубничку так кину, чтобы отрезать хорошо. Или ладно, вот с этой клубникой. Он маленький будет. Вот она. Это мне? Да. Это огромный кусок. Ну ладно. Он маленький, он на самом деле маленький. Я знаю. А и мне тарелка. Держи. А ты где сидишь у меня? Я еще не видела. Он туда садись. Ну себе. Виталий, отличается начинка? Которая нижняя, она тебе понравится. Да? Она не такая сладкая. А, там ну, я забыла сахар по рецепту, надо было сыпать. Я забыла про него. Начинки разные. Это шоколад. Я не могу отрезать, потому что шоколад здесь. И Вальян сейчас просит, он там будет тоже. Все. Это он еще не знает, что торт была. Пойдемте есть. Это правда? Вкусно. Давай. Работаем. Виталик, ягоды мне перекрыли. Еще? Спасибо. Я не понял, почему ягоды не мне? А ты хочешь ягоды? Я говорю, Виталий не любит клубничку. Он все не любит ягоды. Я люблю. Куда лезешь? А ведь клубника сладкая, согласись? Ты нафиг мне это застал? Сам ешь. Сам ешь. Да, нижний слой отличается. Я уже сейчас взяла, почувствовала вкусненький. Ну это вот на твой вкус как раз. Не сильно сладкий. А консистенция приятная. Офигенная. Ну все-таки верхний слой на высоте. Ну потому что Виталик любит ганаш. Шоколад шоколадный. Мить, тебе понравился? Честно? Да. Он светлый вроде любит его, да? Угу. Ты нижний слой отличаешь от верхнего? Но... Конечно. А ты не попробовал еще? Сынок не может просто так ответить, у него загадки ребусы. Снова дождь, что ли? Да нет, машины там нет. Это кот дышит. Пятница, сейчас дышит. Шоколад. Сейчас на выезд как раз на будет там пробки, наверное. Не знаю, а что с низом? Ну, обычно ездят. А что тебе не нравится? Но там близко ты на машине не подъедешь. Там поставили все блоки. Не нравится? А мы вот были пару недель назад. Вверх получше. Но мы пешком записываем. Там, знаешь, Святославу не понравился. Ну, метров 300, может быть. Да. Если без машины, все не съел. А с другой стороны, мы не ездили. Вот этот мы, да, не ездили никогда. А на другую сторону, чтобы проехать, такой надо крюк делать. На Дмитровку нам надо выехать. На Дмитрия. Там немного, но самая пробка. Там как раз мост. А что именно тебе не понравилось в нижнем ярусе? Все. Не такой вкусный, как верхний. А мне наоборот. Офигенный. Просто у них в составе и тот, и шоколад, и сливки, и все. И только два ингредиента в нижнем больше, чем в верхнем. Два. Вода и желатин. Я хотела сказать сахар.
Там его нет. А, молоко еще. Безвкусно почти. В верхнем только шоколад и сливки. А в этом в муссе сливки, шоколад, молоко, вода и желатин. Все это взбивается, и вот он такой мусс получается. Но он такой более нежный такой. Тебе именно не понравилось на вкус? Угу. Не сладко. Ну что? Вообще никак, он безвкусный. Хера себе, безвкусный. Слушайте, шоколад, сливки, а масло я еще. Я хочу каждый день такой безвкусный торт есть. Нет, ладно, раз в месяц. Я согласна. Не повезет жене Святослава. Ой, прикиньте, боже, как он ее будет наяривать. Он да. будет готовить. Вообще. Там отбор придется делать. Смотри, какая попадется. А то он будет готовить, да? И... А она сядет и скажет, будет слушай, звонить. Мама, нижний... как ты вот эти нижние три яруса делала? Ну, как Сашку, помнишь? Да. Все варили, тортики, ему было так 13, наверное, 14. Да. Все праздники, все дни рождения, он торты пёк. Угу. Мальчишка сам учился. Угу. Он очень нежный. И неприторный. На мой вкус, да. Я больше такой не понравился. Так, я хотела... И вот все же, если был бы белый шоколад, представь, было бы коричневое, белое, ярко. Да? Это было бы белое прослойка. Был белым, а потом стал черным. Ты ну да, Джексон. А он бы белый по-другому бы вкус у него был бы. Он бы тогда с шоколадным коржиком смешался, было бы вкусно. Он бы был такой молочный, да? Угу. Если как молочный ломтик. Через один, и потом берешь, они смешиваются, было бы вкусно. Знаешь, как можно вообще сделать? Шоколадный корж, на него шоколадный ганаш. На него вот этот выливать. Ломтик. Ломтик. Потом снова шоколадный корж, шоколадный ганаш, снова ломтик. И чтобы оно было, получается, у тебя сначала шоколад, ну вот прям густо шоколад, потом шоколадный ганаш, это вот такая вот штука, и потом мягкий ломтик. Они все вместе перемешались бы один на одну. Почему я так не подумала вчера сделать? Угадай, кто я? Был белым, стал черным. Любил детей. Майкл Джексон. Смеяться можно? Только чуть-чуть наоборот. Был черным, стал белым. Нет. Как нет? Он афроамериканец изначально был. Огромный кусок. Да, Митя? Я не съела, У тебя батя, видать, доест, да? Не знаю. Ты клубнику хоть возьми, съешь. Ты ему деньги только заплатил. Клубника вообще огонь. Я ее уже Митя ел. За что? За то, что он все за тобой делает. Волоса. Тебе что, не нравится его прическа? А мне нравится. Добрался. Нравится ему. Спасибо. Тебя не спрашивали? Спрашивали вообще-то. Кто? Я. Нет. Ой, парни. Двое на одного нечестно, вот молчать. Большинство рулит, Святослав, запомни. Всегда. Уже поздно ночью. Чего? Поздно учить, говорю. Кого? Меня. А я не учу, я тебе говорю факт. Почему вот говорят, когда голосуют, 50... процентов плюс один голос. Это уже большинство решило. И будет так, как они решили. Вне зависимости от того, остальные вот эти вот 49% или там меньшее количество довольны, недовольны, хотят, не хотят. Потому что большинство всегда рулит. Ну, закон. Я знаю. Так что тут не учишь, а констатация факта. Вот, например, мы сейчас все вместе проголосуем, кто будет мыть посуду. С
светит. И это будет Дмитрий. Супермойка. Супермойка. Козёл! Что? Козел безалкогольное пиво такое. Святослав. Лёнь, ну шутит это не шутит. Ужас какой-то. Приятного аппетита.